Частям в любом случае надо будет думать, учитывая, что войск из пальца наш фанерный маршал не высосет, который заявил об успешности первого этапа операции. Ну, конечно, что ж. Вот. Не скажет же он, что я обгадился. Нет, никогда не скажет. Вот. Поэтому придется нашим, видимо, оттуда отступать в любом случае. И, видимо, перебрасывать войска туда, где действительно есть возможность что-либо сделать. Хотя, честно сказать, я выражаю сомнение в том, что, упустив золотой месяц, первый месяц, наши войска сумеют окружить и уничтожить донецкую группировку противника. Я хочу отметить, что, к сожалению, я наблюдаю, что украинские командования действуют на порядок адекватней с военной точки зрения, чем российское. Можете за это меня назвать предателем и так далее и тому подобное. Извините, я хоть какой-никакой, но все-таки профессионал спецслужбист, имеющий боевой опыт. И немалый.